что, Микки Маус? А как это называется? Сюрприз! Это ушки, осторожно! Это эгг? Эгг-сюрприз! Это что? Что ты ему говорил? Скажи еще раз, что? Обнимал. Боже, какой хорошенький, да? Иди обнимай, она ждет. Девочка, она ждет, как ты, пока ты ее обнимешь. Вот так обнимал, молодец. Дай пять. Вау, а Микки Маусу 5 дашь? Давай. Он тебя ждет. Вот там. Ну давай 5. Привет, вот так. Так. Микки Маус и Минни Маус принесли тебе эгг-сюрприз, да? А ну-ка пойди посмотри сзади, может там есть дверка, может там можно открыть? Иди там посмотри, в яичке есть дверка? Так, тут нету, нет, иди сзади смотри. Вот туда иди, смотри. Давай там тебе ручку. Так, а ну-ка пойдем посмотрим. А ну-ка посмотри, что там, есть дверка? Дырочка есть? Открывай. Вау, что там, Платоша? Минни Маус. А ну-ка доставай, что там у тебя? Минни Маус. Минни Маус, привет, дорогая. Ты такая красивая, розовенькая. Такая симпатичная девочка. Ну-ка. Вот такие ушки, розовый бантик, лапки. Сиди, отдыхай со своей большой подружкой, старшей сестренкой. Ну-ка, что там ты еще нашел? О, это кто? Кто это? А ну-ка посмотрим, что это, Платош? Это Минни Маус, которая была бегобизи. Ну, не на беговеле, я бы не сказала. Тут есть педали, смотри. Видишь, у него есть педали. О, написано «Try me». А ну-ка нажимай. Вау! Что он делает, Платоша? Едет на велосипеде? Это такой красивый! Классный? Микки Маус, ты крутой! Мы потом поиграем. Вау, ты там погнал! Смотри! Ничего себе, ну давай, едь к Платошеньке. Тебя ждет твой друг Платошенька. Еще?
Так, доставай. О, это что? Кто там еще? Так, ой, это целый-целый набор. Смотри, это Микки Маус Клаб Хаус. Видишь? Как в мультике. Посмотри, какие там классные. Мы открыли всех ребят. Давай. Это? Нет. Это у нас Микки Маус. Привет, Микки Маус. Ты такой крутой. Это у нас кто? Минни Маус. Минни Маус. А что она у нас не стоит? А это? Так. Это кто? Микки Маус. Это дядя какой-то. Дядя какой? Он тоже есть в Микки Маус Клаб Хаб, но мы не знаем, как он называется. Я не помню. Друзья, напишите нам в комментариях, как он называется, как его зовут. Вот этот такой классный дядька. Это кто? Да. Дядька. Это... Кто это, Платош, ты знаешь? Это Гуфи. Гуфи. Гуфи, как он сидит прикольно. Ой, он так задумался. Смотри. Задумался. Сидит. Платош, он умеет. А это кто, Платош? Вот это. Это коровушка такая, коровушка. Да? Тетушка. Тетушка корова. Они тоже как-то зовут. Люди, а тоже кто? Нам помогите. Напишите в комментариях, как ее зовут. Так. Это Минни Маус. Минни Маус, ты у нас не стоишь? А, ой, зато с хорошей... А, я у нас с подружкой своей просто хотела стоять. Да. Так, это у нас... Ой, это же Чип и Дейл. Маленький Чип и Дейл. Видишь? Вот. Чип и Дейл, Платош. Чип и Дейл спешат на помощь. Вот они. Да, это такие бельчата. Это Плуто. Собачка Плута, держи. Классный? Вау! А как зовут эту уточку? Ты знаешь? Как зовут уточку? Минни Маус. Я зовут Дейзи. Дейзи. Это же уточка. Ух ты! Это тоже Микки Маус Клаб Хаус. Это лампочка, смотри. Смотри, нажимаем. Нажимаем, смотри. Нажимаем. Ух ты. Классно. Вот Микки Маус рассказывает точно так, как в Клабхаусе. Так, это, по-моему, у нас тусклый свет. Сейчас мы сделаем более яркий. Фух, а ну-ка. Давай посмотрим, что там еще. Это что? Это маленькая-маленькая машинка. Ой, она заводная, Платоша. Можно ее заводить. Заведем? Давай. Вот такая классная заводная машина. Ну-ка, посмотрим, как едет Микки Маус маленький. А, он еще разворачивается. Ничего себе. Смотри, Платош. Откроем. Смотри, как разворачивается прикольно. Здесь еще есть ребенок. Какой красивый. Платоша, кто это? Кто это? Это Микки Маус, мягенький, да? Привет, Микки Маус. Ты теперь будешь жить у нас? А ты еще
Да? А что ты, во что ты еще будешь играть с Микки Маусом? Играть с тобой. Игрушечками, да? Игрушечками. Давай, я открывай. Ага, Микки Маус, помогай открывать платошеньки. Давай, помогай. Давай. Мне хочет открывать. Мама поможет. Микки Маус не хочет, а мама поможет, да? Вот я нашла. Что ты нашел? Микки Маус. Маленькая Микки Маус, да? Как танцует Микки Маус? Это такой рюкзачок, Микки Маус. Сейчас мы его будем одевать. Какой крутой рюкзак. Давай одевать. Давай посмотрим, какой у тебя рюкзак. Ой, ой, а ну повернись, повернись вот так. Ой, боже, какая прелесть, Микки Маус. Такой мягенький, классный. Пока-пока. Ну как пока-пока? Ты достал что-то еще из яичка? Давай посмотрим. Угу. Может, надо включить как-то? Где он включается, как ты думаешь? Угу. Не работает. А ну-ка, давай включим. Вот здесь сзади, смотри. А, вот, нажимай. Кнопочку нажимай. Вау! У тебя есть английский здесь и испанский. Ничего себе. Ну, давай посмотрим, что тут в книжечке. Платош, открывай. Микки Маус Клаб Хаус. Как круто. Вау. Платоша. Да, очень интересная книжка. Тут можно фигуры учить. Посмотрим с тобой. И Микки Маусу. Пока-пока, ребята. Увидимся. Увидимся. Увидимся, так. А Микки Маусу надо тоже сказать. Увидимся. А вон большому Микки Маусу ты забыл сказать. Вон он. А теперь скажи всем пока-пока. Здесь. Скажи, see you soon, ребята. See you soon, ребята. Скажи, I love you. I love you, да. Платоша, скажи, смотрите видео на Платон Джуниор. Да. Скажи, смотрите видео. Да. Смотрите видео. Да.